Атомная подводная лодка – самое сложное техническое сооружение, созданное руками человека. К такому сооружению относится и подводный крейсер «Ульяновск». В июле прошлого года был заложен первый камень многоцелевого атомного крейсера проекта «Ясень-М». Пока идет строительство, необходимо собрать высокопрофессиональную команду. Экипаж будущей подлодки, который будет состоять из 64 человек, планирует собрать из ульяновцев. Первое, безусловно, то, что мы, как любой регион Российской Федерации, считаем своим долгом и обязанностью формировать надежные как тылы, так и, безусловно, основные части для защиты рубежей нашей Родины. И то, что мы имеем очень богатую историю и, так скажем, богатые традиции в сотрудничестве с военно-десантными войсками, сегодня получает развитие в части сотрудничества с военно-морским флотом. С этой целью в областной центр прибыли гости из севера. Большая делегация во главе с главнокомандующим Северного флота Николаем Евменовым прибыла в Ульяновск, чтобы встретиться со студентами местных вузов и посетить ряд промышленных площадок. Мы заинтересованы в молодых людях, которые заканчивают учебное заведение города Ульяновска, это и училище имени маршала Бугаева, другие институты. Если молодые люди изъявят желание посвятить свою дальнейшую жизнь военно-морскому флоту, в частности Северному флоту, защите Отечества, то, значит, цель нашей поездки достигнута. Ну а пока окончание строительства и спуск на воду подлодки ожидается к 2024 году. Дарья Сударева, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.